смотрите, в какой магазин зашли от Ямала, из Ямала Ленинского. Так, и смотрите, что он вам делил. Чипсы из оленины, мясо сушеного лосось, дичь. Деликатесы, я бы вам сказала, паштет из медвежатины с языком, паштет из мяса лося, лося. О, ничего себе, муксун, омуль, даже не знаю, как омуль-то выглядит, щука, корюшка, корюшка, корюшка. Смотрите-ка, что он, и цены 1100 вот за такую колбасятину. Так, а тут у нас что? Кедровые орешки, варенье, грецкие орешки. Вот это все полезно, интересно. Сироп кедровый, клюква. Это магазин Ямал. Вон, Ямал продукт Россия. Подарочный пакет 250 рублей, не офигели. Иван-чай, Иван-чай. Вот, Ямал продукт. Салихард. Прямо из Салихарда. Бастурма из лося. Вот это там продают. Опасно есть это, я не знаю. Вот это оттуда мы вышли сейчас. Все полезное, все дорогое. Еще в один продуктовый супермаркет заходим. Окей. И на сегодня это все. Впереди Галамарт. Тоже в каждом городе, в маленьком и большом. Так. Яблочный сервис. Прачечная. Видите, еще даже стирают. В общем, все как везде. Все да не все. Посмотрите, что тут. Это ж на нас. Живой осетр. Так, форель радужная 839, осетр 1700. Карп живой. Ну, карп не так интересно. Давай поговори с нами. Рот открывает, кто-то его скоро сожрет. Огромные карпы-то. Вот видите, в каждом магазине что-то свое. Давайте еще сетра посмотрим. Ух ты, у него как у акулы. Пасть-то, как у акулы. Это искусственно их выводят. А вот она, форелька радужная. Вот она, форелька. Ага. Ну-ка, давай плыви сюда. Вот она. Вот это форель. Вот это осетр. Вот форель. Все разводят. То ли СССР, то ли где-то есть осетровая ферма. Вот у нас на Рефтинском есть. Вот смотрите, у него пасть какая. Что-то какие-то усы, как у сама. Не больно так красиво, но ценно. Видите, цена-то 1729 рублей. Такие пузыри. Мне интересно. Вам интересно? Это ж вообще карпуши. Так, потерялись. Пиво, водка, пироги.
Тут же косметика, тут же рыба, соки, воды. Икра 107 рублей. Имитировано. Но главное написано, что имитация. Тут же бусы, расчески. Дезодоранты. В общем, и хлеб рядом, и крем. И все. Вот этот самый хороший крем. Ну вот он, гипермаркет Окей, похож на... Где мы были-то вчера? Перекресток. В перекрестке красного перца не было. Ну, в общем, все как везде. Заканчиваю съемку в магазине. Покупаем, едем домой. Тоже говорили уже про это. Вот видите, рассада. Крест-салат. Садите, кушайте. 160 рублей. Горох. Горох садите. Ешьте рассадой. Зеленый горошек. Руккола. Все это разберут. Руккола, руккола. Белая дача, свежая капуста. Видите, даже нарезана сладкая свекла. Ну вот как не снять, не хотела уже снимать. Посмотрите, репа. Садим сюда, выбрасываем. 100 рублей. Редька дохлая. Лук, смотрите, сколько сортов. Такой, такой даже не видел. Это белый, белый-красный. Свежий уже чеснок. Ну и дальше о зелени. Все прям ведрами. Фу, пахнет. Не люблю базилик. Рассмотрим еще картофель. Смотрите, сколько сортов. Ты дышь, ты дышь, ты дышь. И фасовка всякая. И цена. Картофель бэби мытый 89. Для жарки 189. Для жарки 3 килограмма, 169, а 189 тоже 3 килограмма. Картофель отборный домик, 2,5 килограмма, 219. Картофель мытый красный, вот, 70 рублей килограмм. Картофель мытый отборный, 64 рубля. Картофель удачный, 2,5 килограмма, 149. И обычный картофель красный, 40 рублей. Сетка 5 килограмм, 129. Вот, вот этот обычный красный, 40 рублей здесь. Ой, не закончить этот день сегодня нам. Такая вкуснота. Это же вот здесь-то, ёлки-палки. Как все вкусно. Добрый, как все красиво у вас. Картошка, посмотрите, как же ж мимо пройдешь. Ну, хлеб, везде хлеб. Доходили, что стемнело. Вся парковка занята. Уже иллюминацию включили. Сто пятый, 55-31 Лукойл. Вот он, Радуга парк.
нашей улице будет праздник.